Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Марина, мы на моей кухне. И я вам хочу показать, какой у меня вчера получился хлеб. Вчера вышло видео, как найти теплое место для расстойки хлеба. Вот, и как раз я вам показывала, как поднималось это мое тесто. Сейчас у нас утро, мы собираемся завтракать. Хлеб отдыхал всю ночь у меня под полотенцем. Вот, я хочу вам показать, что вышло. Этот хлеб я пекла из готовой смеси, но продавалась в глобусе. Я хотела заказать вчера ржаную муку, но мне позвонил закупщик и сказала, что вообще, кроме пшеничной, никакой муки нету. И предложила купить смесь, готовую смесь для хлеба, для черного, ну, ржаного. Вот я согласилась, но увидев, что там всего 460 грамм в пакете, это было, чтобы маленькая буханочка, я добавила еще до 800 грамм просто белую пшеничную муку, положила свои дрожжи, свою норму, и вот испекла такой хлеб. Вот, смотрите, вот такие буханочки, они у меня неровные, потому что я их пеку, ну, в форме для выпечки, просто кладу туда рядышком 3 кусочка теста, смазывая их, формируя при помощи растительного масла. И вот они у меня вот так вот 3 кусочка рядом и запекаются в большой форме. Корочка темненькая, но нормально. Вот смотрите, вот это вот боковиночка была, корочка. А это вот излом. Вот такая. Ну, как бы, они же его не продавать. Мы его сами едим, поэтому не важна форма. Вот смотрите, он как расправляется. Вот. И сам кусочек хлебушка. Вот такой. Вот. Это уже срез. Пористый, воздушный, мягкий, вкусный хлеб. А это я предыдущий, у меня кусочек всего один остался, белого пшеничного хлеба. Такие же 3 булки было. Мы уговорили его буквально за один день, вот все, что осталось. И я решила все-таки белый хлеб печь не экономно, он быстрее съедается. Вот такой вот получился хлебушек. Смотрите. Сейчас будем завтракать. Я поставила варится яйца, эти белые большие окские, а вот эта маленькая нас угостила соседка, они держат кур, у них курятник, молодушки начали нестись, у них еще очень мелкие яйца. Вот со второй, наверное, категории, если со третьей, как, не знаю, почти как голубиные, но вкусные очень. Вот, и сегодня я буду заниматься пирожками. Это я поставила растаивать. Сейчас буду крутить на фарш сердечки индюшачьи. Они такие довольно крупные. У меня будет фарш из индюшиных сердечек. Ну вот, показала вам хлебушек. Рассказала о своих планах. У нас холодно. Хоть и солнышко, но холодно. Сегодня вообще очень холодный день. Вчера был самый теплый день мая. А сегодня, наверное, будет самый холодный день мая. 11-12 градусов днем обещали. Ну вот, будем дома что-то делать. Не обязательно, но на улице. Либо оденусь потеплей. Или, либо пойду работать в теплицу, подвязывать томаты. В общем, дел полно. Вот, пожалуйста. Пеките хлеб дома. Не ходите лишний раз в магазины. Не нарушайте самоизоляцию, потому что, ну, страшно это дело. У нас уже есть такие случаи, когда человек вышел просто в магазин, никто там путем ничего не соблюдает. Поэтому лучше хлеб испечь дома и не рисковать. Всего вам хорошего, пеките вкусный хлеб. Пусть ваша семья и вы будут здоровы. Пока-пока.